В работе круглого стола приняли участие представители здравоохранения курорта, краевого и городского Роспотребнадзора. В Сочи прибыли и коллеги из Азербайджана. В столице республики, в Баку, через год пройдут Европейские игры, участие в которых примут 49 стран. Это 6 тысяч участников. Поэтому опыт Сочи в здравоохранении, а медицинское обеспечение во время Олимпиады получило самую высокую оценку, придется как нельзя кстати, отметили бакинцы. Опыт Сочи интересен и Всемирной организации здравоохранения. Ее представители участвовали в нескольких Олимпиадах, сейчас работают на чемпионате мира в Бразилии. Я очень рад, что выдалась возможность снова вернуться в Сочи. Мы сейчас здесь, чтобы снова услышать о тех достижениях в медицине, которые помогли успешно провести зимние игры. Этот опыт обязательно пригодится на других крупных мероприятиях, например, на чемпионате мира по футболу в 2018 году, да и вообще во всем мире.